Все отходы жизнедеятельности жителей большей части светотехстроя собираются здесь и уже потом отсюда уходят в очистные сооружения. Эта часть канализационной системы слишком старая. И если сейчас ее не заменить, может случиться экологическая катастрофа. Но катастрофы не будет. Реконструировать канализационный коллектор начали еще летом. Заменили 143 метра труб, которые начинаются за гаражами на улице Пушкина и идут в сторону улицы Солнечной. И деньги закончились. На оставшиеся 2,5 километра трубопровода пришло федеральное финансирование. В настоящее время уже начаты работы по монтажу камеры переключения и камеры гашения. Дальше ждем поставку трубопровода, и эти 2,5 километра мы выполним в октябре, в ноябре месяце. Все работы предусмотрены методом горизонтально направленного бурения. Здесь погодные условия роли не сыграют. Напорному коллектору номер 4 53 года, и трубы в любой момент могли бы прорваться. Фекалии немалыми объемами хлынули бы в сторону светотехстроя. Случилось бы, мягко сказать, неудобство для жителей всего района, которое страшно представить. Хорошо, что трубы советские, прочные, шутит Олег Макаров. И очень хорошо, что реконструкция старых сетей водоотведения началась вовремя. Напорный коллектор 1971 года, мы же прекрасно понимаем, что он довольно-таки возрастной. Бывают иногда прорывы, поэтому я говорю, то есть дефект трубопровода, сейчас он в стальном исполнении, а это будет в полиэтиленовом. То есть полиэтилен, он не подвержен коррозии, и, соответственно, все хусфекальные стоки, которые поступают от жителей северо-западной части, будут транспортироваться на очистные сооружения без каких-либо проблем. До зимы точно закончат, обещает главный инженер горводоканала. Залили фундамент, возвели на объекте арматурный каркас. Стены тоже будут заливать бетоном. В сумму 90 миллионов рублей входит замена коллектора и всех сопутствующих инженерных сооружений. Правда, финансирование из резервного фонда правительства страны хватит только на одну трубу. А есть еще запасная на случай аварий. Ее поменять пока не получится. Будут ждать следующих миллионов. Олеся Плакиткина, Александр Зюзяев. Наши новости.